Вы знаете, меня очень удивляет, что есть люди, которые на самом деле не знают про эльфийскую расу. Поэтому я решила вам показать, как выглядят эльфы. Конечно, для людей это всего лишь красивые картинки, фэнтези-фильмы или просто фэнтези-арт. Но на самом деле я хочу вам сказать, что это действительно в прошлом была раса людей, таких как я внешне и по внутренним качествам. Это очень творческие люди, связанные очень глубоко с природой, по своей генетике, относящиеся к скандинавам. Также это люди, которые очень глубоко занимаются магией и помнят свои прошлые жизни. Раса эльфов – это одна из очень древних высших рас. Поэтому я хочу, чтобы вы это знали.